Рада всех приветствовать. Вы на канале «На досуге дня». Я сегодня хочу предоставить вашему вниманию вот такой симпатичный ажурный сетчатый узор, который можно использовать для вязания весенне-осеннего джемпера, а также кардигана, летнего топа, платьица, изнаночная сторона узора. Раппорт узора составляет всего 3 петли и 4 ряда. Для поворотного вязания наберите количество петель, кратное 3, плюс 2 петли кромочные. Для своего образца я набрала 14 петель. Итак, для начала провяжем подготовительный ряд. Вяжем только изнаночные петли. Провязали. Поворачиваем и первый ряд узора. Кромочную снимаем, не привязывая. Затем вяжем, чередуя 3 лицевые. Далее делаем накид и вяжем 3 вместе лицевой. Привяжем их таким образом. Смотрите, первую и вторую петельку мы снимем за передние стеночки. Далее привяжем лицевую, а затем снятые 2 петельки протянем через привязанную. Делаем накид и снова вяжем 3 лицевые. Далее снова накид, 3 вместе лицевой. Делаем накид и кромочный вяжем изнаночной. То есть принцип таков. Чередуем до конца ряда. 3 лицевые, накид 3 вместе лицевой, накид 3 лицевые. И снова накид 3 вместе лицевой, накид 3 лицевые. И так чередуем до конца ряда. Второй ряд и все четные ряды вяжем только изнаночными петлями. Накид также вяжем изнаночной. Вяжем свободно, не стягиваем. Привязали. Третий ряд узора. Третий ряд узора вяжем так, как первый, только смещаем все в шахматном порядке. Смотрите, кромочную снимаем, не привязывая. Затем вот там, где мы вязали 3 лицевые, мы будем их вязать 3 вместе лицевой. Делаем накид и вяжем 3 вместе лицевой. Накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой. Накид, 3 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Провязали, поворачиваем. Четвертый ряд. Вяжем только изнаночные петли.
провязали. Итак, пятый ряд, повторяем узор с первого ряда. Раппорт составляет всего 4 ряда и 3 петли. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!